привет, с тобой Шаурма ТВ и ее ведущая Юлия Парышева. На этот раз решила немного изменить формат и рассказать вам не о самих рубриках, потому что вы определенно понимаете, кто и что ведет, но о самих ведущих не знаете ничего. Так что поговорим о них. Поехали! Итак, первый – это Александр Фирсов, человек, который делает все в последний момент, но качественно и с позитивом. Ну а что у него вышло на сей раз, сейчас и узнаем. Hello, народ! С вами Александр, и это рубрика Upgrade. Одним из главных фоторедакторов для мобильного устройства, работающего на Андроиде, является знаменитый Touch Retouch. Плюс у данной программульки море, и перечислять их можно до бесконечности. Но сегодня мы поговорим не о нем. В силу того, что Touch Retouch является платным приложением, для обзора мы взяли бесплатный ее аналог – фотодиректор. Вырезать что-то ненужное? Вырезать будем беспощадно. Наложить эффект рыбьего глаза или сделать полную цветокоррекцию – легко. Вдобавок ко всему, программка умеет автоматически подгонять настройки камеры и абсолютно не нагружает ценный ресурс – оперативную память. Давайте сейчас магическим образом перенесемся к главному зданию Казанского федерального, сделаем фоточку, а затем ее немного обработаем. Пора проверить все вышесказанное. Полин! Вот вариант «до», а вот «после». Как вам? Лично мне нравится. И сегодня у меня в гостях самый известный и самый бородатый фотограф Казанского федерального Никита Тахтасинов. Ну что, Никит, спасибо тебе большое, что нашел время в своем плотном графике. Я знаю, что у тебя съемка за съемкой, буквально прям вот некогда вырваться. Благодарю тебя еще раз, что пришел к нам. Расскажи, какими фоторедакторами ты пользуешься как профессиональный фотограф именно на компьютере? Lightroom и Photoshop. Тебе этого достаточно? Да. А расскажи, пожалуйста, любишь ли ты обрабатывать фотки на мобильнике или никогда с этим не сталкивался? Да, зачем мне это нужно, как бы? Я себя на телефон, что ли, селфи должен фотографировать, а потом в Инстаграм, лайки, лайки, лайки. Нет, зачем я этого не делаю? Смотри, буквально минуту назад я говорил о такой программульке, как фотодиректор. Ключевая ее функция как раз-таки в том, что ты можешь убрать нежелательные объекты буквально одним нажатием пальца. На компьютере это не сложнее сделать? Ну, лично для тебя. Допустим, на переднем плане идет человек, который тебе абсолютно не нужен на фотке. Тебе надо его убрать и как-то замазать эту дырочку. Ну, если сравнить именно с той программой, которую ты мне показал, то на компьютере это будет даже много проще, потому что, во-первых, ты компьютером пользуешься мышкой, ты более точечно можешь все это сделать, ты можешь приблизить кадр и прям вот подетально, подотошно выделить тот объект, чтобы никаких не было ни косяков, ничего такого плохого. Потом ты все можешь нормально смазать, сгладить, чтобы не было заметно, что объект был вырезан, и что за невесту на него поставили другое. То есть, ну, нет, как бы. На компьютере это будет проще, качественнее и удобнее. Расскажи, а как ты думаешь, не случится ли в ближайшем будущем такого, что мобильные фоторедакторы полностью сметут из топа Photoshop, Lightroom и прочие программульки для обработки фото на компе? Нет, я так не считаю, потому что если вот разбирать две программы, как Lightroom и Photoshop, по своему количеству инструментов, по своим возможностям, они безграничный, то есть там можно делать все, что угодно, если ты знаешь, как это делать, какими инструментами пользоваться, как их совмещать. А мобильные приложения, если они как-то и переплюнут их, то только в плане того, то, что это будет максимально быстро, максимально комфортно, ну, грубо говоря, мобильно, то есть и все. А определенные вещи через них все равно сделать не сможешь, то есть того качества, которое выдают те программы, ты тоже не получишь, и нет, они их никогда не заместят. Вы не правы, всего доброго. Спасибо тебе большое, Никита, за такой содержательный разговор. Напоминаю, в гостях у нас сегодня был Никита Тахтасинов, фотограф Казанского федерального университета и создатель группы «Мяу». Именно там публикуются все фоточки со студ весны и любых других студенческих мероприятий. Не забывайте подписаться. На этом у меня все. С тобой был Александр. Обрабатывайте фоточки максимально качественно и делитесь этим в своих социальных сетях. Кстати, не забудьте подписаться на Инстаграм Казанского федерального, Инстаграм ректора, Инстаграм кафедры телевещания и телепроизводства. А вот здесь в уголке мой. Тоже можете подписаться. Пока! Саида Губайдуллина – легенда нашей группы. Женщина-загадка, женщина-мечта, яркий и творческий человек. Насколько я знаю, она рисует, поет, вдобавок стихи сама пишет, а ответственно ко всему относится. Сейчас в этом сами и убедитесь. Всем меломанам привет! Мы продолжаем радовать новыми фишками. И сегодня в Music Today ты увидишь молодую звезду казанской рэп-сцены. Талантливый парень, мастер рифов и клевых тем для песен Тёма Став. Тёма, привет! Всем привет, привет, Саид! Я приползаю снова и снова, исчезая на векторе времени. Твой подарок мне – ночь разговоров о любви, стихах и о чем дорожили мы.
И помимо этого у нас еще Тёма хороший спортсмен, мастер спорта по карате. И у него очень много увлечений. Вообще парень с большим кругозором. И сейчас мы с тобой пообсуждаем ближайшие концерты в Казани. Вот такая вот у нас новость первая. В КФУ приезжает Михаил Казиник. Удивительный человек, музыковед, эксперт Нобелевского концерта и просто любитель классической музыки. Он рассказывал о том, как наука влияет на искусство, и сам поиграл на скрипке очень даже хорошее произведение. Смотрим. Вот, Тём, как ты считаешь, действительно ли наука влияет на искусство? Мне кажется, нет, потому что в основном музыканты далеки от этого, ну, как по мне. Но образование в любом случае нужно, потому что у кого-то музыка – хобби, у кого-то музыка – это уже заработок. Угу. А кто-то этим занимается, потому что ему дома нечего делать. Он купил себе микрофон и начинает что-то записывать, начинает что-то играть. Мне кажется, каждому по-разному. Понятно. Вот такие вот концерты у нас были в КФУ, а сейчас посмотрим, какие концерты у нас будут в Казани. Весна шагает и привозит нам в город новых интересных музыкантов. А кто, где и когда, посмотрим в следующем разделе. И вот новость о Мистер Блэкстаре. В 2007 году он сказал искать его в клубе, а в 2009 году он улетел в США и записал крутой трек со Снуп Догом. О ком же я говорю? Конечно же, о Тимати. Тимур Юнусов обещал нам показать крутое фэшн-шоу, так, когда у нас 20 апреля в Корсен Клаб отеле, и обещал нам привезти еще с собой резидентов Камеди Клаб. Смотрим. Посмотри, Тём, некоторые рэперы поют о тяжелой жизни подростков, вот эта уличная жизнь, даже про гопников, да, ну такая вот серость. А некоторые рэперы, как вот Тимати, поют о гламурной жизни, о богатой жизни. Ты кому больше тяготеешь и как тебе такой разный подход? Мысли материальны, то есть если ты читаешь о том, что у тебя всегда все плохо, о том, что у тебя тяжелая жизнь, у тебя нет денег, то, естественно, это так и будет. А он читал, грубо говоря, с нуля. У него ничего не было, он читал о том, что у него есть деньги, он выступает в клубах, у него есть цепи, и вот к чему он пришел. Вот такие концерты у нас будут в Казани, и по традиции у нас в конце должен быть изюм. А какой, сейчас увидите. Значит, стихи, написанные мною, глэм-рокером, прочитает Тёма Став, и посмотрим, что из этого выйдет. Приступим? Давай начнем. Давай. Друг на друга наплюем, глупой чертой. Меж полюсами я стану для тебя истеричным огнем. Напротив же ты, гордыми льдами, мода в костюм тебя закует. Завяжет галстук, но может потуже. Мне же иной идеал возведет. Пошьет себе платье, но может поуже. И будет нам тесно и душно, и то, что мы заговорим на разных с тобой языках. И мечтая в рамках бездарной пошлы. Пусть без души, в красоте и деньгах. Нам прописали так культурно и жестоко. Высоким стилем этикета тюрьму ролей. Мужчина значит заношивая громко. Женщина значит драма сплетни людей. Шарит меня, идея дурачки, ничего удаляться. И как это разница всем. Здорово, мне это очень понравилось. Слушай, ну вот лишний раз доказал, что ты очень крутой профессионал. И, наверное, зрители, ну, будут довольны, если скажешь какие-нибудь слова напоследок. Ребят, никогда никого не слушайте, гните всегда свою линию, делайте то, что вы хотите, и почаще улыбайтесь, это всегда помогает. Здорово. Это был Тёма Став, ну а я вам желаю много хорошей музыки, хорошего настроения и радуйтесь жизни. Инна Федотова действительно разбирается в кино. Если вы ей скажете такие фамилии, как Кубрик, Хокинг, Вуди Аллен, то покорите ее сердце. Мне лично не терпится уже послушать, что она приготовила на сей раз. Скажите «А». Канал HBO показал новые промо-ролики с участием звезд своих сериалов. Никто не включает HBO ради помех на экране, говорит ведущий программы «События» прошедшей недели Джон Оливер. Никто не любит этот звук. Актеры из разных сериалов, от «Девочек» до «Мира Дикого Запада» проговаривают «А», похожую на ту, чем начинается каждая программа канала. Ну а в Казани с 4 по 6 апреля прошло долгожданное событие для всех, кто создает и просто любит кинематограф – форум «Время кино». И, кстати, одна из секций прошла на площадке Высшей школы журналистики и медиакоммуникации КФУ.
За 3 дня участники форума выслушали много лекций, поучаствовали в питчингах, показах и даже в ток-шоу. И самое главное, осознали, каким же должен быть современное кино. Кино, прежде всего, должно зрителя вдохновлять. Кино должно, прежде всего, зрителей, точнее, наше даже общество, объединять. Кино должно образовывать. Кино уже как в крайнем, в последнюю очередь, развлекать. 7 уже апреля в кинотеатре «Мир» прошел очередной пленочный показ в рамках проекта «Перфорация». На этот раз выбранным фильмом стала картина Алексея Учителя «Космос как предчувствие», а специальным гостем – кинокритик и постоянный автор искусства кино Евгений Мазель. Как обычно, после фильма зрители смогли задать все интересующие их вопросы. Есть какие-то священные коровы, которые всегда, чьи работы вызывают какой-то страх и трепет. Да? Алексей Учитель не относится к такой категории таких священных, таких святых людей. Но я думаю, мое мнение, что это одна из его лучших, может быть, работ. На улице совсем весна и вовсю светит солнышко. Ну а мы не забываем о ближайших премьерах. 6 апреля в прокат вышел фильм «Время первых». Фильм погрузит нас в разгар холодной войны. Две супердержавы СССР и США бьются за первенство в космической гонке. Пока СССР впереди, на очереди выход человечества в открытый космос. Также 6 числа большие экраны увидели «Оскар Шот 2017 анимация». Вы сможете посмотреть сборник из 5 короткометражных мультфильмов, номинированных на премию «Оскар 2017» и тройки анимационных короткометражек из лонг-листа премии. 13 уже апреля в прокат вышел один из самых ожидаемых и популярных фильмов «Форсаж 8». Пристегните ремни, гонка продолжается. Гавана, Берлин, Нью-Йорк. Для самой крутой команды в мире нет ничего невозможного, пока они вместе. Но когда на их пути окажется одна из самых красивых женщин на планете и по совместительству королева киберпреступности, дороги друзей разойдутся. Ну и Фаина, это Фаина. Этим все сказано. Молчаливая и скрытная, любит фотографии и спорт. Вот за последним к ней обратимся. Казань пришла в волейбольная эйфория. Местный клуб встречается с ярым соперником в чемпионате России и Лиги чемпионов – Белогорьем. Казанский «Зенит» на своей площадке при поддержке родных трибун с победы начал двухматчевое противостояние с Белогорьем в рамках раунда 6 мужской Лиги чемпионов. Но эта победа досталась бело-голубым с трудом и потом, выдержкой, которую не каждый проявит в сложной ситуации. Вот что о встрече говорят тренера. За последние месяцы у нас первое состояние критическое, скажем, настоящего волейбола. Я сказал после второй партии, что эту команду не 2-0, не публика, не слава «Зенита». Там ничего не новое, там играют, так оно и получилось. Все равно это 3 очка, как ни крути, поэтому тут рассматривают, что нет никакого преимущества. Да, они сейчас на своем поле нас обыграли, мы едем в Белгород, будем их принимать у себя. «Зенит» является действующим победителем Лиги чемпионов с 2015 года, забрав этот титул у «Белогорья». Впереди розыгрыш Кубка 2017 года, и он должен быть наш. 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин на корабле «Восток» стал космическим первопроходцем. В честь этого события на территории деревни Универсиады прошла всероссийская физкультурная акция «Таких берут в космонавты». Студенты выполнили физкультурные нормативы, которые обычно сдают кандидаты для полета в космос. Все спортсмены, которые выполнили регламент, получили сертификат, а лучшие получили бесплатные билеты в кино на фильм «Время первых». Вы уже готовы к лету? Нет? Тогда сейчас самое время брать свои животики в руки и бежать в парк Горького на «Зеленый фитнес». 23 апреля в 10 утра Алена Хиль будет ждать вас для полной прокачки тела. В программе «Свежий воздух», пробуждение всех мышц от зимней спячки, ну и фитнес-тренер мирового уровня. А для своих поклонников Алена проведет фото- и автограф-сессию. Для тех, кто всегда мечтал прыгнуть с парашютом, в Казани открылось место, в котором вы сможете совершить свой первый полет. Аэротруба «Казань» – совершенно безопасный способ испытать чувство свободного падения. Аэротруба будет работать с 17 апреля по 17 июля. На этом у меня все. Заряжайтесь энергией вместе с Шаурма ТВ.
Последний ведущий, о котором я расскажу, это Тимур. У нас в группе есть поверье. Если Тимур приходит на пару, то пары нет. Он в нашей шаурме впервые со своей рубрикой. Так что удачи ему и терпения. Всем привет! С вами рубрика «Путевой Инстаграм». И сегодня мы узнаем. Размер имеет значение, можно ли с помощью телефона делать снимки, не уступающие по качеству профессиональным фотоаппаратам. На пути к звездам, как вернуться с путешествия популярным блогерам. Камера, мотор, лайки. Почему видео набирает популярность в Инстаграм? Новый тренд? Быть популярным в Инстаграм очень сложно. Подписчиков нужно постоянно развлекать и удивлять, если вы, конечно, не кодер. А вот остальным приходится здорово напрягать свое серое вещество в битве за креатив. Как говорил Александр Сергеевич Пушкин, удачные кадры – путь к успеху подписчиков. О тонкостях создания классных снимков нам сегодня расскажет наш гость Артур Шайхутдинов. Привет, Артур. У тебя в Инстаграме почти 21 тысяча подписчиков. И, как известно, у тебя уже выходит рекламодатель. Вот с чего все начиналось? Привет, Тимур. Да, спасибо, что пригласили. На самом деле, все началось еще 3 года назад, когда я заканчивал школу. Я просто начал кататься на велосипеде, смотреть природу. В принципе, занимался тем, что мне нравилось. Находил какие-то красивые места, всякие поля, леса, какие-то озера, реки. Снимал это все для Инстаграма. Я как бы начинал вести свой дневник, в который я мог бы вернуться через год и посмотреть какие-то красивые картинки, вспомнить какое-то прошедшее время. Вот. И люди очень начали сильно интересоваться тем, откуда я это нахожу, где такие места красивые можно найти. Вот. И как-то я начал писать истории. Мне хотелось рассказывать людям еще какую-то историю, погружать их в атмосферу не только с помощью фотографии, но и с помощью какого-то текста. Как ты развиваешь вообще свой канал? Я считаю, что каждый Инстаграм-профиль должен иметь какую-то свою направленность, и я у себя стараюсь выкладывать в основном природу. Конечно, зимой с этим у нас в нашей полосе сложно. На отдыхе все туристы делают фотографии, но хорошие снимки получаются далеко не у всех. Вот поделись секретами. Да, я вообще отделил туристические фотографии на 2 части. Есть люди, которые, первый тип, снимают все подряд, ходят и делают 1000 фотографий, а потом они возвращаются домой и даже, просмотрев эти фотографии, начинают удивляться, неужели мы там были. То есть они полностью отдаются фотографии и не замечают никакой красоты вокруг. Либо же вторые люди, которые делают кадры только лишь на фоне каких-то достопримечательностей. То есть для них эти кадры имеют лишь какую-то такую техническую составляющую, то есть снять себя там на фоне какого-нибудь красивого, допустим, там замка и прочее. Я все-таки стараюсь остановиться, посмотреть вокруг, то есть не делать какие-то стандартные кадры на фоне там тех же самых достопримечательностей. Я стараюсь все-таки находить красоту, потому что я считаю, что красота, она вообще везде вокруг нас. Ты часто используешь во время съемок именно камеру мобильного телефона? Да, я раньше очень часто снимал именно на телефон, но последние полгода я все-таки перешел на камеру, потому что я ее часто с собой ношу, и все-таки у нее есть некоторые преимущества. Но в целом, на самом-то деле, я всем ребятам советую то, что не стоит гнаться за техникой. И самое большое преимущество телефона перед камерой именно в том, то, что телефон у нас всегда с собой в кармане. И, в общем-то, можно снять на мобильную камеру того же самого айфона. Очень классный кадр. Ну, конечно же, как и в любом, я думаю, самый главный совет – это все-таки практиковаться. Потому что чем больше практики, тем будет больше у вас материала отснятого, будет из чего выбирать. И, конечно же, с каждой съемкой у вас будет улучшаться уровень ваших работ. Смотрите на каких-то ваших кумиров, находите интересные профили, находите работы, которые вам нравятся, и старайтесь что-то подобное сделать. Вот. А что касается каких-то, может быть, технических моментов, ну, конечно же, есть такой совет, что самые хорошие фотографии получаются при закатном либо рассветном свете, когда солнце еще очень такое мягкое. Вот. Остальное уже, я думаю, это дело обработки. Тут тоже нужно развивать себе вкус, учиться новым каким-то приемам. Это все можно тоже делать на телефоне. Можешь рассказать, вот почему ты решил снимать видео? Все-таки видео имеет на данном этапе больше перспектив, чем фотография. Потому что все-таки фотографии научились уже многие люди делать. А все-таки видео это более сложные, пока еще не для всех открытые, не для всех доступный такой вид творчества, до которого еще нужно расти и развиваться. Это все-таки более сложный процесс. Какую-то можно такую изюминку донести, которую все-таки иногда в фотографии невозможно передать. То есть снять какие-то детали, снять какие-то моменты, которые своими глазами мы обычно не замечаем. А если даже это снять на фотографию, то, возможно, это будет выглядеть не так живо, не так по-настоящему, как если бы это было в движении. И на этом у нас все. Путешествуйте, снимайте, творите. Ну вот.
вот, мое дело выполнено. Ребята постарались на славу. Спасибо, что были с нами. Побольше позитива вам в жизни. Пока-пока!